Здравствуйте, уважаемые болельщики, уважаемые любители отечественного футбола. И добро пожаловать в Новороссийск. Продолжаем смотреть 10-й тур Мелбет первой лиги. На ваших экранах прекрасная панорама Новороссийска и стадиона «Центральный», на котором Черноморец совсем скоро сыграет с Енисеем. Три центральных защитника. Никола Хумбурович, номер 4, Виталий Стишко, 5, Василий Чаров, 2. В средней линии Иван Енин, капитан команды, 35-й, Олег Ланин, 64-й, и Егор Иванов, 21-й. Так, Савельев дальше играет, и есть подача. Вот пробить бы, есть удар, мяч перекладит, попадает, добивание, и 1-0 забивает Максим Савельев на 9-й минуте. Ушатов пробил, мяч перекладину попал, а на добивании был одинокий Максим Савельев. Его второй мяч в этом сезоне. Только с Балтикой он не выходил на футбольном поле. До этого победу приносил своей команде в матче с Сочи. Там тоже был достаточно ранний гол. И вот сейчас снова Черноморец в атаке. Удар! И вот это уже опасно. Так мяч и ворота мог нырнуть. И это снова Мирабиуриди оказался на позиции левого атакующего полузащитника. Сместился и пробил. Хороший хлесткий удар. Готовится стандарт у хозяев. Иванов пробегает. А в итоге сам выполняет подачу. И это автогол. Забивает Ширяев свои ворота красивейшим ударом. Вот при помощи рикошет хозяева в итоге счет сравнивают. Хорошая подача, но, конечно же, выбивал мяч игрок Енисея. Ни в коем случае не хотел забить в свои, но такое в футболе бывает. Ну и так получилось, что совершенно без шансов. Совершенно без шансов для Станислава Антипина. Отобрал у Масловского. Приближается он к лицевой линии. Есть подача. Кротов набегает. Но вот здесь Ширяев грамотно сыграл. Иванов штрафной. Иванов бьет. И забивает. Забивает Иванов в своей бывшей команде. Егор Иванов. Забивает и выводит Черноморец вперед. Подкараулил отскок. И поднимает, да, он сейчас руки о том, что не праздный забитый мяч. Ну какая разница болельщикам Черноморца. Они ликуют. Классный момент. Классный момент. Во-первых, как Гурченко отборолся на фланге. Ну и потом подача. Неразбериха. И Иванов выводит Черноморец вперед. Остается мяч в поле. Максим Лакин. Его подача. И в штангу попадает Александр Ломакин. Классная подача фланговая. И Ломакин очень сильно пробил. Чуть-чуть не повезло Енисею. Буквально несколько сантиметров левее. Не без контакта. Здесь без нарушения правил. Все, финальный свисток. Финальный свисток. 1 минуту переиграли. Но Черноморец своего преимущества в итоге не упустил. Зафиксирована очередная победа. Уже 4-я в этом сезоне новороссийского «Черноморца».